понятие. Мне доказали теорему о классификации двумерных компактных поверхностей. Доказательство было таким. Доказали, что любая поверхность разрезается на проективные плоскости. Проективная плоскость проще всего представить себе так. Когда мы берем некоторый квадрат, склеиваем противоположные точки. То есть вот это одна и та же точка, это одна и та же точка и так далее. Как это проще понять? Представьте себе, что у нас здесь есть некоторый отрезок А, тогда мы приклеиваем его вот к такому отрезку А. Замечательно. А если у нас есть вот такой отрезок, то мы его приклеиваем сюда. Так, согласны? Как это записать в виде слова? Очень просто. А, Б, А, Б. Проективная плоскость. Замечательно. Не обязательно было брать именно квадрат. С таким же успехом мы могли себе представить, что у нас есть такая картинка. Здесь А, здесь тоже А. И договориться, что отождествляем соответствующие точки на этих отрезках. Было бы то же самое. Таким образом, проективная плоскость АА. Дальше мы рассказывали, как их склеивать между собой. Получалось, что вот если взять АА, ББ, СС, то это на самом деле три склеенные между собой проективные плоскости. И так далее, и так далее, и так далее. В общем, слова вот такого вида, если n пар одинаковых вот буквы имеют смысл, мы вводим вращение, и если стрелочка у нас по этому вращению, то пишем одинаковое. Если бы здесь стрелочка была направо обратно, то написали бы какую-то палочку, пометили бы, что это направление другое. Так вот, это называется неориентируемые поверхности. Почему они неориентируемые? Потому что если вы подходите вот сюда, мы так все подробно делали, если вы подходите сюда, то нетрудно проверить, что здесь ориентация поменяется. Таким образом, если у вас есть такая вертушка, то при переходе через эту границу она изменится. То есть, если вот идет кто-то и вращает перед собой, скажем, против часовой стрелки рукой, вот как я сейчас, то, пройдя через эту границу, он уже будет вращать в противоположном направлении. Да? Далеко. Увидите, просто нарисовал ту самую вертушку. Можете проверить. Вот. А кроме этого, у нас были еще торы. Тор – вот что такое. Вы рисуете квадрат, но при склейке делаете так. Сторону склеиваете с противоположной к ней, и здесь вот эту сторону склеиваете с противоположным направлением. Обратите внимание, ребята, это в некотором смысле даже есть более естественная операция. Мы ее берем, сворачиваем, получаем цилиндр, а потом у цилиндра склеиваем граничные окружности. Получается тор. Это уже ориентируемая поверхность, в отличие от этой неориентируемой. Так вот, на предыдущих занятиях мы доказали теорему, что любая поверхность разрезается на торы и проективные плоскости, и из них, соответственно, может быть склеена назад. Да? Причем, там была очень важная вещь, была основная теорема. Основная лемма гласила, что если вы к тору приклеили проективную плоскость, имеется в виду, в торе вырезали маленький кружочек, в проективной плоскости вырезали маленький кружочек и по этому кружочку склеили, то это то же самое, что при проективной плоскости. Это то же самое, что при проективной плоскости. И она доказана была прямой конструкцией. Брали вот значит, эту штуку, резали, 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 получали. Так вот, ребята, я сейчас хочу рассказать друг
любой из способов доказательств теоремы. Мне кажется, эта конструкция будет более понятная, и не возникнет вот такого ощущения, что нужно, что называется, с трудом доказывать эту основную лемму. Она возникнет сама собой по ходу дела.